МВД Республики Беларусь информирует об участившихся случаях совершения мошеннических действий в отношении жителей Республики Беларусь, связанных с распространением коронавируса, либо иной информации, связанной с пандемией. Так, злоумышленники в своих противоправных схемах используют методы социальной инженерии, социальные сети, популярные мессенджеры и телефонную связь. К примеру, поступают звонки от имени представителей государственных органов, которые сообщают якобы о необходимости предоставления своих персональных данных либо иной конфиденциальной банковской информации взамен на получение компенсации от органов государственной власти. К примеру, могут поступать телефонные звонки от имени представителей различных государственных структур с необходимостью предоставления персональных данных либо иной банковской информации, необходимых якобы для зачисления компенсации так называемой денежной суммы на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов либо иных медицинских средств. На самом деле злоумышленники, получая банковскую информацию, совершают хищение с банковских счетов потерпевших граждан. В сети интернет появляются специализированные сетевые ресурсы от имени государственных органов либо иных общественных организаций и фондов, которые предлагают гражданам получить компенсацию от распространения коронавируса. Вместе с тем, гражданам предлагается оплатить определенный сбор в виде перечисления небольшой денежной суммы на банковский счет данной организации. На самом деле никакой компенсации не предусматривается, денежные средства поступают на счет злоумышленников. Пользователям сети интернет на их электронные почтовые ящики поступают сообщения якобы от имени Всемирной организации здравоохранения, содержащие информацию о распространении коронавируса в их стране. При этом во вложении содержатся якобы актуальные сведения на текущий момент. Вместе с тем, указанная ссылка ведет на сторонний сайт, который предусматривает загрузку вредоносного вложения, которое в последующем оказывает негативное воздействие на персональную электронную вычислительную машину пользователя. Для того, чтобы не стать жертвой киберпреступников, управление КМВД Республики Беларусь настоятельно рекомендует ни под каким предлогом не передавать свои персональные данные, иную банковскую информацию, информацию, поступающую в виде СМС-паролей на мобильные телефоны представителям якобы финансовых организаций либо иных государственных учреждений и органов. Также следует обращать внимание на легитимность сетевых ресурсов, созданных якобы от имени государственных органов и учреждений. Если у вас появились какие-либо сомнения, следует посмотреть на различных форумах информацию об их создании, возможных отзывах и для себя принять решение, являются ли они официальными, либо являются так называемыми фейковыми и принадлежат киберпреступникам. В случае, если вы полагаете о том, что данный сетевой ресурс является мошенническим, вы вправе обратиться в правоохранительные органы для проведения соответствующей проверки и принятия мер по ограничению доступа пользователей к данному сетевому ресурсу.